Настоящий памятник коррупции – это улица Бульварная, 4 в городе Славянске. Здесь подъезд номер 3 уже полтора года находится в таком состоянии, в котором сейчас вы видите его у себя на экранах. Жители покинули этот дом, потому что жить невозможно. Соседи надеются на то, что власть что-то предпримет для изменения ситуации. И подъезд в таком виде уже пережил 3-го губернатора. Переживает первый был Тарута, второй Кихтенко, сейчас Жибривский. Здесь побывали уже десятки народных депутатов, депутатов местных советов, а также представители общественных организаций и движений. И кроме вздохов и охов, как говорят местные жители, дело дальше не движется. Собственно, сегодня сюда должен был приехать новый председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жибривский. Однако он игнорирует это мероприятие. Люди собрались, чтобы высказать ему свои претензии, мысли, какие-то критические замечания. Но он проехал мимо и решил не встречаться с жильцами Бульварной 4. Вы в какой квартире живете? А, вот где голубой балкон. А, вот это. А как-то оно повлияло на вот структуру дома? Там у вас как-то ну, скажем стало, так, на пятый этаж, когда я поднимаюсь, лестница отошла от стены где-то на 2 пальца уже. Я думаю, потому что его стянуть надо, он уже разошелся, вот этот подъезд. Напротив меня квартира ушла в провал, вон Людмила ее баррикадировала разными линолеумом, чем могла, только баррикадировала своими руками. Что-то ребята уехали, наверное, что-то переиграли. Что-то известно стало. Ну, я говорю, что-то переиграли. Решил к вам не ехать, наверное. Наверное, потому что, между прочим, и в прошлый раз кого-то к нам... жену Порошенко, когда она принимала эту школу, мы ее хотели здесь тоже встретить. А ее завезли с той стороны. Но мы и на ту сторону побежали и привели ее к этому дому. Она посмотрела. Они как на экскурсию, да, сюда ездят? А если бы вы знали, сколько здесь было корреспондентов, что, наверное, если бы вы все по рублю положили, может быть, хватило бы остеклить подъезд. Скажем так. Приезжали, охали, ахали. Очень нам сочувствовали. Я понимаю, что это была самая страшная страшилка на всю Украину сначала. И все ее показывали. Тут приезжали автобусами корреспонденты. Не поверите, их по 30, по 40 человек вываливало. Фотографировали, все охали, ахали и уезжали. Мы очень хотим, чтобы наш дом был такой, как прежде. И мы очень просим его, чтобы он взял на контроль наш дом. Уже вот третий, и все. Кстати, Тарута был. Тарута был. Кихтенко, Тарута тоже был. Я видела и Таруту, я видела и Кихтенко, когда вот тут ему лапшу на уши вешали и рассказывали, что весь дом расселили, всем дали квартиры. Все живут на квартирах, никому не дали. Та старушка, которую завалила, она сейчас оформляет документы в дом престарелых, потому что мыкаться по квартирам. По-моему, если я не ошибаюсь, на той стороне, на Лесном, где-то снимает комнату. И оформля... За свой счет? За свой счет, естественно. Я же вам говорю, что вот на 5-м этаже они купили... Ну, по-моему, за 2 недели до начала войны, вот на 5-м этаже квартира, она беременная была, девушка. Вот ее часто и Интер показывала, она с ребенком на руках грудным стояла. Ребенку уже 1,5 года, они мыкаются по квартирам. И она говорит, что когда она обратилась в наш собес с просьбой, что дайте мне субсидию на ту квартиру, где мы живем сейчас, потому что в этой жить невозможно, ей ответили, что... У нее получается переселение внутри города, и поэтому субсидию ей не положено на ту квартиру. А вот на эту, пожалуйста, она говорит, а как я в ней могу жить? Ну, вон, смотрите, он балка висит. Ну, как она может с грудным ребенком жить в этой квартире? Там одна перегородка из, ну, вот этого воздушного. Ну, а вот там электричество, вода сюда, ну, как-то... А вы знаете, самое, что... Ее все, Людмила постаралась, у нас все в обводку пошло. То есть я тоже в прошлую зиму я очень переживала, что будет с нашим отоплением. Но наш председатель и постаралась, побегала везде это. И сделали обводку, этот подъезд не тронули. Каким-то образом перешли сразу в нас. Ну, зиму мы нормально перезимовали, ничего не могу сказать. Батареи грели. Единственное, что под погодой он разрушается. Вы понимаете, что вот без стяжки он разрушается, он расходится. И тот подъезд точно так же говорит, что у них также лестница отходит, ну, проемы эти лестничные от стен отходят. Я не знаю, конечно, может быть, наши власти ждут, когда завалятся еще соседние подъезды, чтобы побольше денег выделилось, чтобы было что отнять от них. Наверное, 4 миллиона слишком мало, чтобы от них что-то отнять.